Всех приветствую на своем канале. Сейчас снова будет видео про Ешку. У нас Ешка Е303 в комплекте с жаткой, как положено. Более-менее внешне целостная, но, как видите, сейчас будем чистить радиатор. Видать, его совсем никто не чистил никогда. И постоянно, ну, греется, в общем. Доезжая до поля, уже больше 80 температура. Так что сейчас покажу, как это будет дело происходить. Поможет мне наш ЗИЛ-бычок в этом. Чем он поможет? Тем, что возьмем с него вот. Ну вот, я подсоединил воздух, не полез брать с баллонов. Будем потихоньку так прочистено. А такой пистолет у нас есть. Да, кто не знает, задняя вот эта защита, она снимается снизу на защелках и сверху болт. Я ее открутил, снял, и вот так вот она выглядит внутри. Как бы мне не пришлось перекручивать воздух, потому что он все уходит. Вообще давления нет. Вроде один раз цыкнет, а потом уходит. Так я буду до Нового года все здесь прочищать. Прицеливаться, короче, надо. Придется сейчас лезть, брать воздух из баллонов. Потому что как вроде с тормозного клапана я взял, а он... Видать, не полностью берет воздух. Ну вот, вот так вот. Так, ладно, придется лезть, переподсоединять. Ладно, смотреть, что дальше. Так, как-то вот так, сейчас посмотрим, что...
все равно маленько вижу, что соты некоторые даже щеткой не пробиты, а воздухом он пробивает. Сейчас везде вычищу здесь, чтобы не было даже откуда ему засосать. Но визуально видно, что весь радиатор забитый. Так. Ну, в принципе, особо не интересно. Сейчас буду, наверное, заканчивать, тогда покажу результат, как это все получилось. Ну ладно, буду работать. Все, смотрите. Короче, абсолютно все забито. Минут 40 уже хреначу. Вот такая вот хрень. Он даже вон спереди. Сейчас покажу. Вот до середины дошел, каждую соту приходится пробивать. Вот она. Там полностью сота вся забита. Сейчас еще раз покажу. Вот прям соты все забиты. Вот так приходится каждую. А я думаю, почему я доезжаю до поля, у меня температура 90, вентилятор поставил бычковский. Думал, спасет. Что тут спасать? Тут, походу, с завода. Но у них и датчика температуры-то не было. О чем тут можно говорить? Давление падает, не через ресиверы подсоединен. Надо сейчас купить в городе клапан и поставить на ресиверы. Чтобы оттуда воздух брать. А то он два раза псыкнул и ждешь. Короче, час прошел уже. Ладно, пойду чаю выпью. Итак, это уже второй день. Вчера она не дал дождь мне закончить радиатор. Значит, верх выглядит у нас вот так. Намного-много лучше, но проблема у нас стала с бычком. Бычком, вернее, не даже не с бычком, а с воздухом. Подключая к там кранам. Нет, подключая подкачку воздуха к тормозному клапану, там спускному клапану, к фильтру. У меня через каждый, то есть два раза нажимаю, у меня воздух кончается. Снова нагнетает, снова кончается. Хотя в системе там 6-8 очков. Посмотрев на баки на ресивера, я обнаружил, что у меня там нету подкачки. Скорее всего, что в этом проблема, что мне надо брать, именно ставить клапан именно на бак ресивера, на баллон ресивера, чтобы у меня воздух брался именно изначально, а не уже ни с кранов, ни с клапанов и всего такого. Так что вот съездил в город, купил вот такие вот вещи, то есть купил несколько. Почему? Потому что поменяю сейчас. Там несколько у меня плохих было. Поставил такие шайбы.
сломал вот такой вот клапан на подкачке, так что я его сейчас поменяю и кину в запас один кран. Так что сейчас буду делать подкачку и продолжу вам показывать, что у нас получится по радиатору, какая будет температура, как это все будет держаться. Но скажу так, что этот радиатор никто никогда не чистил. Ладно. Да. Ну вот, вроде я с ресивера взял, сейчас не видно, нет, вот. То есть подсоединил, все сделал, сейчас попробуем, будет ли у меня он работать или снова будет шик, шик и все. Потому что я больше времени ждал, когда он воздух наберет, потому что два раза пшикнул, и воздух кончается. Приходится 5-10 секунд ждать и заново. Ну вот, сейчас попробую пистолет при вас. Так. Работает все как положено, как я и говорил, что надо было. Изначально брать с ресиверов. Конечно, воздух уходит в таком количестве. Как у меня тогда было. Ну, два раза вот так шикнул, и приходится ждать, пока он именно здесь клапан наберет воздух. Ну вот сейчас у нас давление полностью упало. Сейчас подожду и буду каждую соту, потому что я прям вижу, что какая сота забита. Вот там прям белая такая пыль виднеется в сотах. И я вот целенаправленно приходится каждую пробивать насквозь. Потому что я так понимаю, что этим делом здесь вообще никто не занимался. Причем никогда. Во-во-во, вот так вот. Это я один ряд так. Ну, такие вот ошметки, вот они прям поры, все соты забиты вот, вот такими вот, вот они снизу все. Ну ладно, здесь особо интересного ничего не будет, значит я этот, когда заведу, тогда все покажу. Ладно, теперь начинается рутина. Так, ну вот я завел косилку, вроде бы все продул, прочистил, сейчас полчаса потарахтит, посмотрю, сколько этот температура была будет, потому что на том, какой был радиатор, я до поля доезжал, у меня уже 80 была температура, то есть буквально за 20 минут он нагревался до 80, до 90. И косил я почти под сотню была на воде. Когда останавливался, он начинал закипать. Приходилось приезжать, стоять и охлаждаться, чтобы он не закипал. Так что, конечно, радиатор и двигатель вообще полностью запущен. Такого я еще как бы не видел. Это должно быть очень-очень стыдно тем, кто
на этой косилке ездил. Кошмар. Так, ну вроде я добился результата. Все закрыл, все на место поставил. Стоит он где-то минут за 30-40. И температура у нас вот такая, как положено. На этом, наверное, все. Сейчас потекла трубка высокого давления на топливное. Сейчас поменяю и все.